Всем привет! Сегодня мы рассмотрим посылку, которая пришла нам из Китая. Это блёстки для ногтей. Ждали мы приблизительно месяц её. Ценность составила $10, хотя покупали достаточно по сниженной цене. Вес 79 грамм. Так, давайте посмотрим, что внутри. Упакован он в обычный целлофановый пакет, что редко так упаковывают. Но внутри все проложено поролончиком, что очень хорошо. Ага, вот такие вот блёсточки нам пришли. Все очень красиво запаковано, прям вообще отличненько. У нас такого, конечно, не продают. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри блесточки лежат просто вот таких ячеечках, собственно, как обычно. Но открывать уже не будем, я думаю, так понятно, что они себя представляют. А то они очень сыпятся. Все очень красиво, очень. Хотя тут, конечно, два одинаковых цвета, как я вижу. По-моему, на сайте были выставлены разные цвета. Но, в принципе, даже этот момент не смущает. Все очень красиво и мне очень нравится. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!